Итак, продолжаем. Последний этап. Кубок гибридов в Хокенхаме, часть 2. Мы идем ноздря в ноздрю. Обгони меня в следующем повороте и расчисть нам дорогу. Полдела сделано, мы справимся. Сначала стартуешь ты, а я следом за тобой. Старайся разгоняться до 321 км в час на прямых. Окей. И занять минимум 8-ю позицию. Стартуем. На 10-й. На 11-й. Ахмед рядом, это опасно. Два круга. Заедем в сокращение. Обратно врубаем. Это задание не с первого раза прошлось. С третьего. Если без сокращения ехать, ты 8-м не приезжаешь. София. Хорошо едет. Сокращать не будем. Что неизвестно, сколько там можно вне дороги ехать. Хотя написано вообще нельзя, но по каким-то хитростям можно. Ехали София, подрезали на повороте, здесь максималку набираем, 2 из 2, есть. София даже потерялась, Фредерик объехал ее. Завершаем на 8-м, как и требовалось. Послушай, у меня тут готов прогноз. Исходя из значений скоростей на проведенных кругах, можно предположить, твои шансы на победу значительно вырастут, если перестанешь пользоваться слипстримом и в ближайшие 150 секунд обгонишь двух соперников, что идут перед тобой. Без проблем. Обгоните 7-ю и 6-ю позиции.
успеть за 150 секунд их обогнать. Причем тут зона слипстрима непонятна. Мы вроде не рядом с ними едем. А уже идет подсчет. Так, а сокращаем. Сокращаловка работает. Тоже неизвестно, сколько тут можно провести. Вне дороги. Ну, вот так вот прорваться можно на сокращение. И дальше у нас Франческо. Главная цель. Больше тормозим здесь. Тут пораньше. Не, еще раньше надо. Все равно сносит. Так, последний круг. Шестьдесят секунд. Приближаемся. И отдаляемся напрямую. Так, уже надо щемить. 20 секунд осталось. Есть, здесь проскочили. Итальянцев обошли. Ну, в смысле первого. Впереди еще один. Мишель. Слипстрим же не надо набирать, так, 150. Вроде нет. Да, выполняем. На ремонт. Да, шанс попасть в первую тройку прямо взлетел ввысь. Если хочешь победить, то на проход следующих двух кругов у тебя ровно 80 секунд. Но внимательнее, ты начинаешь нагонять круговых. Так, а чё? Это вроде неплохо. Будет замедлять. Впереди идущих минимум четвертая позиция для завершения. Бегать сходов. Два круга. А 80 секунд. Итальяночка. Двигается.
Так, а там потасовка. Есть, кого-то там занесло. Впереди видно Зою и Магнуса. Получается к нему приблизиться. Так, я завершил четвертым местом. Отличное маневрирование. Мы уже на финальном отрезке. Ты почти у цели. Поднажми и займи первое место. О, уже можно занимать. Хорошо. Без съездов и повреждений. Полтора круга. Опять они тут выскакивают. Проскакиваем хорошо. Теперь осталась Зойка. Не пускаем. Приближаемся. И здесь надо щемить. Есть. Вырываемся. Вперед. На первое место.
есть. Так, тут уже на первом месте, и что придумают на последнее задание. Спонсоры хотят увидеть фотофиниш в исполнении двух Сиан. Ты можешь слегка откатиться назад и помочь мне попасть на первую позицию. Дай мне выиграть эту гонку, если откатишься на вторую позицию, отгородишь Магнуса с Зоей, я разрешу тебе оставить ламбу. Сиан. Окей. Финишировать четко на втором. Ахмед должен выиграть. Понятно. Надо кого-то защемить. Замедлять. Да, Магнус врывается. Задание. Неплохо. Сколько было золота, прокачали как могли. Все равно, может быть, потом появится чемпионат, где надо будет прокачивать. Так, забираем ламбу. 25 голды. И красавец Сиан. Гибридный аппарат. В гараж отправляется. Так, награды. Я смог, я выиграл первый в истории чемпионат Европы среди гибридов, и мы заработали потрясающий новый автомобиль. Благодарю за компанию в этом путешествии по Европе и помощь в получении этого изысканного автомобиля. А тебе, дружище, спасибо за отличное проведенное время, деньги и новый автомобиль. Поздравляю, победа в Кубке гибридов твоя. Да-да. Завершаем. Это... интересное событие. Формулы уже на подходе. Смотрим, что здесь. Болонские быки. Самые свирепые быки. Так вот прошли. Заработали Сиан. Подписывайтесь, ставьте лайкосы.
дальше будем продолжать и набирать очки.